Рустам, а что у вас не слышно? А, вот теперь слышно. Все хорошо. Так, теперь слышно. Ага, теперь слышно. Сейчас, Как секунду. дела у вас? Пойдет, пойдет. Сейчас, секунду, подождите, я сейчас пойду. Конечно. Пока кино послушайте. Ты знаешь, что делать. Я готов. Отлично. Сейчас сижу в карантине, 7 дней как буду в одной комнате сидеть, на вас смотреть. Все тогда каждый день будем Сколько там заниматься. занятий осталось? Ой, у вас еще. Каждый день по 2 часа, да? Ну, давайте, если хотите, по 2 часа. Так, давайте, Рустем, смотрите. У вас время есть, то можно и по 3 часа. 2007 это как будет на английском, помните? 2000. Так, 2007 или 2007. Да, 2007, Алло. да? Ага, а вот это 1817. 1817. А, все, это не. 1870. Да, теперь смотрите, вот здесь вот, ну ладно, это давайте попробуем, да, услышать, раз это задание стоит, давайте. Transcript 9.4. Вот. She was a writer. She was born in 1775. He was an opera singer. He was born in 1935. Услышали этот, когда они родились или нет? Давайте еще раз. 1800. Ага. Давайте еще раз. Tape script 9.4. Jane Austen. She was a writer. She was born in 1775. Услышали? А, да. В 1775 она родилась, она... He was an opera singer. He was born in 1935. А, это Лучано Паваротти. Ой, я не могу же пролистать. Да. Извиняюсь. Это Лучано Паваротти. Он 35. оперный певец, родился в 1957. Нет, почему? 35. А, 47. Нет, почему? 35. 30. А, да. Угу. 35. Теперь смотрите, вы помните вот это South и North? Так. Джейн Аустин, the English writer who was born in 1775. Нет, 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 главное вот это вот South, помните или нет? Так, это Южная Англия, а это? А там Северная Италия. Все хорошо. В Модене. Да, теперь, Рустем, how old are you? I'm 34. Uh-huh. When were you born? I born in Taldykorgan City. When? When? Вот смотрите, когда? Да. I born in
In, правильно, даже? Да, да, вот здесь в in. Ага. I burned in 1986. Да. Теперь смотрите, только не говорите вот так вот мягко, как burn. Burn это как будто как гореть. Burn. Я помню, у меня тоже такая ошибка была. Я а как когда говорить? с экспатами разговаривала, ну вот в первую, ну давно, да, когда студентка еще была, я помню, я как им сказала, что I was burned, а они поняли, как будто я сгорела. И у них лицо такое было удивленное, как будто burn, это вот в чате я написала, это как гореть. Ага, да. А вам надо burn, прямо о говорить. Born. Да. Жестче. Да, теперь смотрите, вот здесь же знаете, как это меняется вот в этой вот этой, смотрите, табличке, если это you are в настоящем, а в прошедшем were будет, а остальные как будут меняться? Например, вот здесь как будет? В прошедшем I am, так останется. Нет, это в настоящем I am, а в прошедшем я am был. I? Нет. I was, was. Was, вот, да? Вот этот глагол будет, вот was. Uh-huh. А uh-huh. вот тут he, she, it как будет? He was тоже, да? Was, а вот тут they? Then where. Where, хорошо. Ну, это повторим, так, да, я вот эту? Говорю you. Что, грамматику подзабыли-то немножко? I was, you were, he, she, it was, we are, where, ой, так, этот, так, 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 сейчас, а куда я убежала? Так, так, так сколько так. Времени-то прошло плотненько? Да. Сейчас, сейчас, секунду. Алло. 35,9. Ага. Рустем, но вы смотрите, если грамматику сейчас чуть-чуть повторим. Вы же, короче, помните же вот это вот I am, you are, вот это it is, это все помните же? Это же легкое вот это. Да, да, да. А вот это his, что такое his? Ее. Почему его? Его. Его, его. А her? Ее. Это вы помните. Да, how это что значит? Как? Ага, хорошо. Так, теперь вот в множественное число это эску добавляем. Вот, вот здесь надо вот если... по грамматике, по грамматике. Да, сэндвич. Если слово че заканчивается, то ес, да? Сэндвичиз, да, читается? Сам здесь басыз, да? Это когда так. Множественное? Да, это множественное число. А потом, когда вопросительное, что вот эти вот впереди стоят вопросительные слова, потом уже глагол, потом существительное, а потом все. Это же помним же, это первая тема была у нас. Первая, вторая. Так, теперь третье. Вот как отвечать, да, но мне кажется, что вы это все помните, да, по-моему, вот это все. Глагол to be вы же знаете, да? Уже... Вот множественное число, смотрите, вот если слово заканчивается на s, двойное s, ш, ч и так, давайте я вам побольше сделаю. Ой, так, смотрите, если слово заканчивается на вот эти вот, смотрите, s, с, вот это ш, ч, к нему прибавляем es, это помните? Смотрите, вот это правило. Рустем? Сейчас, сейчас. Если слово на вот... Да. Если на N скончается, тогда есть добавляем. Если на вот эти заканчивается. Если на вот. Ч скончается, тоже есть. Да. Угу. Не, вот слева позитив, негатив. Это отрицание, это утверждение. Ну, вы это помните, вопрос. Мне кажется. He, she, it, style, isn't. You are, they, style, aren't. I am, is, are. You, we, they, style, are. Да? Блин, подзабываем. Нет, почему? Это же зависит, смотрите, your name,
Your name. Это же твое имя. Здесь же основное слово имя же, это как it. Поэтому здесь глагол is. Поэтому is здесь. Поняли, да? Здесь почему is стоит? Потому что твое имя, это мысленно, мы знаем, что это it. А если по формуле it, то вот видите, где it, его глагол is. Поэтому здесь перед ним is стоит. Поняли, да? Так, теперь вот это правило. Смотрите сюда, вот множественное. Это не забыли вот? Не забыли? Если последнее гласное, тогда добавляем что-то есть, да? Или именно только. Нет, если смотрите, если последнее y, вот, да, то оно падает в каком случае? Если до i стоит согласное, допустим, t, r, оно же все согласные же, они же не гласные, поэтому y упало, и вот cities, countries, поняли, да? Теперь множественное число, смотрите, помните вот это вот, это исключение из правил? Один мужчина, мужчины, одна женщина. А? Woman, woman, child, child, dream. Bird. Так, теперь дальше. Но это все то же самое. Смотрите, это вы, мне кажется, это все знаете. Have, has, это помните, я думаю, разницу же. Иметь? Да, что вот тут has. Are you with a good have? He, she, it, has. Я has. Просто быстро хочу это повторить. Потом то, что вот здесь вот, если после вот этих глагол идет, к нему ничего не добавляете, как есть. А вот тут he, she, gets. S надо добавить. Present simple. Потом it, leaves. Он, например, ой, оно там уходит, покидает. 8, да? Это помните же правило? Потом то же самое с глаголами. Смотрите, если глагол заканчивается на с, с, ш, ч, к нему тоже ес добавляете. Также do, does, goes, has. Вот это, когда he, she, it, does, goes, эска добавляется. Помните это? Вспоминаю. Так, потом, вот этот, помните вот этот вот перевод, смотрите, вот этих вот слов? Never, sometimes, usually. Что они значат? Always, постоянно. Usually, never, никогда. Sometimes, временами. Usually, регулярно. Пишите, если забыли, давайте. Не, где-то уже было. Sometimes это иногда. Пишите. Сейчас. Sometimes это значит иногда. Так, usually. Usually это обычно. Да, обычно. Always, сказать, обычно я так не делаю. Да, а always это значит всегда.
Как сказать, я обычно так не делаю. Usually I don't know, do you? Так что? Нет, сначала идет вот это вот. I usually. I usually not don't know. Do it. А? Так, подождите. I don't usually, I usually don't know. Ну, короче, перед вот этим смысловым глаголом должен быть, вот который смысл несет же вот перед ним. Так, теперь давайте дальше. Так, сейчас подождите, чуть-чуть уменьшу, а то он это такой большой стал, что края не видать. А вот это помните N и E когда? Ну, почему иногда N, почему E? Мне кажется, вы это знаете. Один. Да, это означает один, а еще это значит от первого этого. Когда слово начинается на гласную, тогда N, да? А если на согласную, тогда E. Правильно? Если мы начинаем на гласную. Потом еще Рустем. Что-то плохо слышно. Потом Рустем, смотрите, вот этот. Doesn't, помните же, в отрицательном, когда he, she, it, надо doesn't или does, вот. Мне кажется, вы это знаете, правило. Это просто еще... А? Вспоминаю. Это пока просто смотрите, вдруг сейчас что-то будем делать, оно надо. Потом, если вот это вот, если перед существительным есть прилагательное, допустим, американская машина, да, American car, тогда вот этот N будете перед, не перед вот этим ставить, а перед прилагательным. Хорошо? Чего, почему-то? Ну, потому что мы же всегда даже в русском языке, допустим, японская камера. Камера какая? Японская. Она всегда перед существительным стоит. А вот этот E, он будет перед прилагательным стоять. Хорошо? Потом перед множественным числом э или n. А? Что, куда вы сбегали? Угу. Батарея сдохла в телефоне. От телефона? Поняла. Ага, заряд. Смотрите, если множественное число EN не ставим, правильно? Вот испанские апельсины. Это нельзя ставить. Так, вот все уже последние эти смотрим. Вот эти все переводы помните? Вот это who, where, why, вот это помните или нет? How much, why, where. Париж, Питер, when, когда, what, что, how, как, на такси, how long, сколько лет, how many, сколько, how many. А как сказать, сколько у тебя денег? How much money you have? Да, how much money you have, правильно. А это вот читается как how many. How many? How many? Потому что в английском языке деньги считаются неисчисляемыми. То есть используются только в единственном числе. А если неисчисляемое, то much используем. Теперь вот смотрите, вот это помните, вот оно. Вот я, меня, мое. Помните вот эти или нет? Смотрите сюда, Рустем, вот ты, тебя, твое, твой, здесь он, например, это, вот этот объект, он используется после глагола, допустим, ты, например, она знает его, вот эта вот вторая колонка, она после глагола должна быть. Вот это записывали в тетради или нет, в эту колонку? Да, кажется, сейчас... знает. Потом вот здесь вот она, например, знаю ее, а это ее книга. Все. Поняли, да? Так. Теперь смотрите.
your Да. books? Как? I know Her books? your books. Book? Да, вот это последняя ее книга, правильно. После вот этой вот третьей, этой всегда существительное за ним стоит. Например, ее книга, а вот здесь знаю ее, это после глагола. Теперь смотрите, вот эту, помните эту разницу? This, that. Надо вспомнить, человек это. This это когда близко, это, когда можно рукой достать, допустим, вот она говорит, это мой сын, она прям вот, видишь, его рукой держит. Здесь она говорит, я люблю этот сэндвич, она его рукой держит прямо. То есть, что она может руками достать вот на расстоянии вот рук, да, то и в единственном числе используем what this. Is this? Да, это. А вот это, видишь, уже далеко. Или... А почему не говорят what is that? Что это? Ну, that это то. Видишь, that's не, my house. В то кино мой дом. Смотришь, они спрашивают, what is that? Да. А это I don't like that car. Мне не нравится та машина. И смотри, нарисовали российскую машину. Ладу. Это шоха или семерка нарисовали? Это... Нет, это копейка. Это, копейка, да? А почему? Он же может ее потрогать. А? Он же может дотянуть, дойти и дотянуть. Не знаю. Нет, он не может дотянуть, потому что он стоит далеко. Это не, как бы не на расстоянии его рук, не на расстоянии вытянутой руки. Так, теперь смотри вот разницу. Так, вот тут еще, ну, это просто отрицательная форма. Потом вот это вот сам any, помнишь разницу? Ну, когда надо использовать вообще? Any, когда много чего-то в этом? Нет. Пиши, пиши сам, это плюсовые предложения. Ну, то есть позитивные, позитивные предложения, когда мы ничего не отрицаем, там ничего. И вот этот пример можешь написать. There are some books. Это много книг. Это книги? Да. Сам переводится как несколько или немного. Угу. Немного. Угу. А теперь смотри, вот это сам мы не будем использовать в вопросительном и в отрицательном. Вот смотри, пиши вот это слово вопрос. Does he have any photographs? То есть у него есть фотографии? Несколько фотографий. Да, он даже не переводится здесь. Но вот этот сам мы не можем сюда ставить. Он меняется вот на any. Почему? Ну, это такое правило просто. Это просто надо выучить. Нет, когда я буду применять any или... Any будешь применять, когда вопрос и когда отрицание, минус. Так, когда вы спрашиваете, вот минус, или я смотри. Отрицаю. Или... И когда а any, множественное... Когда я утверждаю. Еще когда множественное число, смотри. There aren't any lamps. Видишь, множественное число. Пиши. Так, а сам... Да, пиши, я не использую в... Mm-hmm. Вопросительных, ну, можешь просто в шарики внутри вопрос поставить, и отрицательных. Опять можешь нарисовать маленький кружочек и внутри минус поставить. Mm-hmm. Да, в отрицательных когда предложениях. Или отрицаю, я говорю,
Вот примеры надо написать, смотри. I don't not have any. Я не имею столько денег, немного денег. I don't have any money. А, сразу any money. I don't have any money. Я не имею немного денег. Да. Все, понял? Запишу. Будешь писать пример? Ага. Все так, теперь вот эта восьмая тема была, теперь последнюю, девятую, потому что мы уже там, видишь. Вот смотри, в настоящем времени I am, he, she, it is, you, we are. А теперь прошедшее время, смотри. I, he, she, it, вместо am, is ставишь was. Ты же только что мне это сказал. Прошедшее. Да, вот сейчас понимаю. А если you, если... we, то вот это where. Хорошо? Потом отрицательное wasn't, weren't. Просто nt добавляешь и все. Но там еще такие слова будут. Смотри, что такое last weekend? I wasn't at home last weekend. Почему-то я всегда хочу a добавить. I wasn't at home. Вот после home a last weekend почему-то охота добавить. Нет, last это такое слово, что не надо перед после ним. Выходных. Да. Я нет, не last это... Нет, last переводится как прошлый, да, прошлый. Прошлый. Угу, правильно. Или оставшийся. Угу. Теперь yesterday знаешь, да? You weren't at school yesterday. Ты не в школе. Ты вчера. Не в школе. Вчера. Вчера. Ты не был в школе. Ты не в школе вчера? Угу. Да, вчера ты не был в школе. Так, теперь смотри, есть еще такие моменты. Ну, вот здесь понятно, допустим, вот тут читай вот это вот. Где да. Ты был вчера? Дальше, молодец. Пойдет ли она пойдет в школу? Нет, нет, не пойдет. Была ли она в школе? Да, она была. Нет, ее не было. Почему? Мы же в прошедшем. А, когда ши. Mm-hmm. Was she at school? You, she was. Yes, mm-hmm. she was. Да. No, she wasn't. Нет. Потом смотри еще вот с этим. Вот это вот родился. Пассивный залог же. Перед ним надо прошедшее время. То есть где? Where born? Where were you born? Где ты родился? Where were you born? Ну, где ты родился? He was born in Russia. Он родился в России. Russia was. А это where? Да, so, именно со словом born, то есть true. Родился. Это же пассивный да. залог, он же не мог сам как бы родить, или же он родился, его кто-то родил, это пассивный залог, поэтому вот это будет вот так именно использовано, was born или were born. Потом, помнишь вот это, я не знаю, ты проходил или нет, не, вот эти вот irregular verbs, которые неправильные глаголы, есть же, проходил его или нет? Кажется, да. Проходил, помнишь вот эти вот, смотри, вот am, is, are, это was, where, go, это went. А, come, came. Там их же несколько.
А? Там есть, допустим, Есть, короче, came, список, came, смотри, came, на 142-й came, странице came, есть, да, список не вот этих неправильных глаголов, которые надо учить. А что такое find? прекрасно. А? Или проветриваю. Нет, напиши. Find это значит найти, а вот это нашел. Это вторая колонка. Там три колонки. Это вот вторая, третью Да, тут не дали тебе, потому что это в другой теме будет. Найти, нашел. Сейчас после этого я тебе одно видео покажу. Я приготовила. Называется Bonfire Night. А что такое do did? делать. А? Дело. А что такое say? Делать. Или сделать. Да? Say. Смотреть. А? Смотреть. Смотрел. Нет, нет. Пиши, say это значит сказать, а said это А. сказал. Ага. Си будет, Нет, say, said. да? Я тебе потом видео Смотреть. Смотреть вышлю. будет си. Ага. Неправильный глагол, посмотришь потом видео. Bye. Это смотреть, да? Say это будет. Say это сказать. Say что такое? Вот это сказать, а вот это сказал. Сейчас я прям тебе этот вышлю сразу, а то потом забуду вот эти irregular Не verbs. надо, я пишу. А это что такое bye? Покупать. Молодец. Теперь си. Был. Это уже вот смотреть. И соу. Вот это make. Make. Производить. Дело. Правильно, Сделать. правильно. Так, все, теперь смотри, теперь Сделанным. давай этот делать вот эту, которую я приготовила. Ты знаешь, что такое bonfire night? Что такое? Бонфайр. Бонфая. Ночь. Пиши бонфая. Огни бон. Пиши. Бон это означает костер. Костюм. Это я тебе выслала на YouTube. Потом откроешь. Бонфайр. Да. Ночь костров. Ночь костра. Да, но сейчас будет объяснять, почему он так это. Давай, все, давай Слышно, слушать, где это почему. поет? Hi, I'm Rosie. I live in Milton Keynes. Ну, понятно было, что она сказала? Это город Милтон Кинс. Rosie, I live in Milton Keynes. On the 5th of November. Здесь есть непонятные слова? Смотри, это известный, знаменитый. Мы пойдем на 5 ноября, мы пойдем на знаменитый огонь Нет, костра. celebrate, нет, celebrate означает праздновать. Пиши celebrate, праздновать. Ага. November, we celebrate bonfire night. А это что такое remember? Запоминайте, это будет Да, 5 ноября. помни, помни, да, запомни. Gunpowder, пистолет, Знаешь, что такое мощный. gunpowder? Ган пистолет, паудер, мощный пистолет, призванный пуль. Нет, пауда это вообще, это как этот,
Блин, как пудра бывает, но на самом деле это вместе, это как порох, порох. Гунпауд. Да. Пиши, ганпауда это порох. Оружейный, да? Ган это же ружье. Мне вот что в англичанах и вот других нациях нравится, да? Они не забывают вот то, что происходило в истории. Они из-за этого сделали это как песню и до сих пор это празднуют. Это чтобы не Что забывать такое? свою историю, а? Трейсинг. Treason это означает предательство. Предательство. Имплод. Плод, пиши, плод это у него так много значений, но вот пиши, это первое значение, это серия событий. Через запятую пиши, серия событий. Второе значение надел, надел, или же кусок, участок земли. Надел, участок. Предательство. Да, кусок Надел. или участок земли. Что такое надел? Кофту надел или надел это Надел это какой-то когда вот земли? Бернардино были другой, когда что-то делят, и там есть же вот этот, допустим, пирог, если А, делить предательство кусками, и да, вот этот, как, разделение, наверное. да, деление, вот правильно говоришь. Потом у него еще третье значение есть, это план. Ладно. План какой-то. У него, видишь, много значений. Так, теперь давай дальше. Видим предательство, которое корох предатель. Нет, смотри. Зачем Нет, корох короче, предатель? смотри, здесь отрицание. Мы не видим причины. We see no Вижу reason. То есть нет предатель. причины. Да, что, почему? А, Да, трейсом, почему а, это причина. порох предательства? Почему порох предательства? Это Видишь, они, чтобы причина. песня получилась, им же надо рифму сделать. То есть мы не видим причины, почему порох предательства. Шут, знаешь, что такое шут? Это старое слово, да, его сейчас не Нет. используют, да? Нет, шут означает следует. Да. Следует означает, ну, следует. А фогот, что такое фогот? Это же неправильный глагол. Forget, фогот. Это следует. Нет, шут это следует, а фогот это забыл. Да, Забыть и следует забыл. всегда Эваби. Всегда забываешь? Нет. Фургон. Он говорит, типа, что следует когда-либо забыть. Мы не видим причины в том, чтобы вот это предательство и порох следует когда-либо забывать. Это означает, что надо вечно помнить об этом. Вот мне что в иностранцах нравится, то, что в истории происходило, они не забывают. Да уж, конечно. А? А без казахтар быстро What are you забываем. doing? Мы быстро все забываем. I'm doing a history project. Я делаю исторический проект по По бонфаям, костру right? ночью. Угу. Ты знаешь эту историю? Да, вот сейчас эта история будет. On bonfire night. Do you know the story? Yes. Этот парень Фолкис. Да, его Он зовут Гай. разыскивается за убийство короля. Да, его зовут А, Гай Гай? Фокс. Я Да. думал, это парень, типа. Ну, парень или может его имя быть еще Гай. Потому что с большой же Гай буквы, видишь, Фолкис. написано.
Он хотел убить короля. Видать, они этого короля любили все. Он был, видать, хороший король. А этот Гай Фокс хотел его убить. That's Guy Fawkes. He wanted to kill the king. Yes, that's right. In 1605... В 1605 он плачет и рыдает. Нет, почему? Подожди. Try, это же не плакать. Это же вот этот глагол, смотри, вот он. Сейчас я тебе напишу в чате. Вот же он, глагол try. А это прошедшее время. Он пытался. Вот это пиши blow up. Blow up означает сжечь, сжечь. Сжечь. Да, парламент, то есть там же два этих парламента, ну как бы верхняя палата и нижняя, он хотел сжечь парламент с этим, с помощью пороха. He tried to blow up the houses of parliament with gunpowder. Did the king die? А он что спрашивает, мальчик? Did the king die? Он убил короля? Он говорит, король умер. King die? No, he... Нет. И очень долго... Нет, почему? Подожди. Очень много Нет. лет. Нет, every означает каждый, пиши every, каждый, год. Year, год, каждый год. He didn't. And every year on the 5th of November, we light a bonfire. Теперь понятно, что это? Он зажигает костер памяти о случившемся. Да, чтобы помнить, что случилось. To remember what happened. Is that why they make... Из-за почему они сделали... Ну вот этот Гай, это, то есть они сделают это типа как чучело. Вот этого Гая сделают. Чучело и режут. Нет, тут это значит положить. И положат его на костер. Понятно? Положили его на костер. Guy, I put it on a bonfire. Yes, that's right. Да, это так. Потом? А что такое fireworks? И мы тоже... Нет, спеши fireworks. Fireworks означает салют или вот салют, есть же? Салют. Угу. А, и мы этот, у нас салют как бы. Салют делают, короче. Салют. Right. We have fireworks too. I love fireworks. Я люблю салюты. Я могу сделать салют. Нет, он говорит, я сейчас делаю, говорит. Что он делает? Делаю салют. Сохранить постеры для дома. Для Нет, домашняя дома. Работа. Короче, он делает эти safety, это же безопасность, то есть постеры о безопасности салютов. Но я не знаю, это когда его... Ты зажигаешь салют или когда ты смотришь? Я только вот это не знаю. То есть он домашнее здание такое делает. I'm making firework safety posters for my homework. Come and look. А это понятно, что come and look? Пойдем посмотришь. Пошли посмотрим. А здесь что написано? Смотри. Keep pets in the house. Возьмите... Пиц в дом. Пиц. Животных в дом. Да, keep это значит держать. Держите животных дома. То есть они что, сгореть могут или что? Или напугаются? Чтобы, наверное, не сжечь их.
Блин, а почему интернет стал глючить? Ничего не пойму. Загрузка. А? Что будем а делать? А сейчас же везде протесты идут, наверное, из-за этого. Сегодня что, протесты? Тогда пусть он пока грузится, а мы с тобой по учебнику. Мы уже вернемся, а так, к нашей теме тогда. Раз он не хочет там это. Так, давай вот эту страницу. Что, уже час прошел, что ли? Нет, еще не прошел, но я просто хочу он, вот эту вот хочу, смотри, продолжить вот эту тему. Смотри, здесь вон что написано. Просто надо в туалетик сходить. Туалет хочешь? Ну. Сейчас прямо или через сколько хочешь? I want to toilet. I want перерыв. Break, break называется. Ну, а у нас же это, ты прям сейчас хочешь? У нас вообще через 3 минуты это первое занятие закончится. Ты сейчас хочешь или через 3 минуты? Ну, давайте сейчас ознакомимся и через 3 минуты все вместе. Ладно. Смотри, break. Пиши, break, это значит перерыв. Break. Я знаю. Написал? Так, дальше. Теперь давай дальше. Вот это читай, что здесь надо делать, вот дам задание, смотри. Блин, кто это звонит сейчас? Это Мэджели Дромар. Это Мэгали Дромар. Слушай ее. Дромар. Прослушай ее толкин рассказ, что ли? Да, как она разговаривает, рассказывает про свою семью. Теперь тебе надо, знаешь, задача твоя услышать год, смотри. Запишите, как люди, когда родились люди. Да, все, давай ты этот будешь записывать, давай. Tape script 9.6. Magali Dromard. My name's Magali. It's a French name, but I'm not French. I'm English. I was born in 1994. I have 2 brothers and a sister. My eldest brother's a doctor. His name's Tristan, and he was born in 1985. Услышал, когда Тристан родился? Угу. Когда он родился? 95. Почему? Она же сказала 1985. А, эти? 85. Это старший брат. Я и думаю, почему он младший. Да. Теперь давай следующего услышим, потом перерыв. My sister is also older than me. Her name's Cecilia, and she's a teacher. And she was born in 1988. А она когда родилась? When was Cecilia born? 1988. 88. Ага, все. Так, давай тогда еще Мэтта послушаем. Мэтт третьего. Ага. And my little brother is Matt. And he was born in 1996. 98. 96, она сказала. А, 6. 96. Окей, все, теперь брейк. Через сколько минут? Короче, напишешь, когда готов, ладно? Опять заходи по этой же ссылке. Я тебя тут буду ждать. Сколько тебе минут? А что, брейк? Закрыть ее, что ли? Пускай нет, стоит. Нет, оставляй открытой. На 10. Пусть открытая будет. Ну, на 10 минут сделаем. Просто звук и видео выключи, и все. Потом крикнешь, когда готов, ладно? А, да? Так, где здесь? Ой, звук и этот отключи, и все. Ага.